У меня недавно открылся дар предвидения. В голове открылся и не закрывается. Я стал предвидеть будущее ясно и всяко. Дар ко мне пришел навсегда и безвозвратно. В четверг, есть у нас такой день недели, чудо произошло с моим даром. Ели мы во дворе закуску в пятером. Пирожки. Начинка — яйцо с повидлом. Так вот четверо отравились, а я нет. Я предвидел, что не отравлюсь. Пирожок-то мне не дали тогда. Еще было чудо с даром моим. Как-то помню звонок в дверь. Я посмотрел в глазок. Глазом. Смотрю, никого нет, пусто. Одни цыгане. Дар говорит: не открывай, не надо. Но неудобно, я открыл. Цыгане зашли ко мне в прихожую и попросили у меня воды, чтобы ее попить. Все 16 человек. Я пришел на кухню, нашел 16 стаканов, поставил на поднос, налил воды из-под крана, без газа, как просили, и иду поить цыган. Иду и слышу я в своих ушах странное эхо от своих шагов. Как в пустом спортзале. Я не могу сказать, что в квартире не было абсолютно ничего. Остался стойкий запах цыганских духов. Все. Смотрю, стоит жена моя. Тихо зашла, без стука, дверь они тоже унесли. И тут же дар дает мне короткий полезный совет. Беги. Но было поздно. Неделю я еще прожил с женой, прикованной к батарее. Ну, особо не издевалась, наоборот. Кормила 12 раз в день, и только витамины. Лук, чеснок, лук, чеснок. После этого мне еще 2 месяца уступали место в трамвае, даже когда я шел пешком. Я вам скажу, простые смертные к нам гениям жестоки. Вот гулял я как-то с собачкой в сквере. И собачка моя сделала свое собачье дело прямо на джип-хаммер после тюнинга. Да так она его обмыла, будто специально терпела. А хозяин джипа сидел внутри, обнимал что-то типа девушки. Смотрю, выходит хозяин из джипа, с лопатой от хаммера, идет ко мне, явно ничего копать не собирается. И предвижу я, что сейчас наступит ночь, и я крепко усну. Не сбылось. Утром проснулся. Дворник разбудил метлой по морде. Пришел я домой. Встал перед зеркалом, раздел свое туловище и увидел на своем животе рисунок явно космического происхождения. Чем-то напоминающий отпечаток колеса от хаммера. Не любят нас люди, я не знаю за что. Вот шел я по улице, смотрю, открытый люк. Идет ремонт. И я туда плюнул. От всей души. И тут же сообразил, зря я так долго стою над тем местом, куда плюну. И тут же дар дает новую информацию, что сейчас у меня состоится новая встреча с интересными людьми. Тут и копчик зачесался. Из люка, как из танка, вылезли 3 мужчин с загадочными лицами. Догнали меня. Каждый. И устроили мне экскурсию по канализации.
вертикальную. Один кидал, другой багром доставал обратно. И так 12 раз подряд. После этого желание плевать в колодцы от меня ушло безвозвратно. Последнее время я стал добрые дела делать для людей. Вчера, например, залил каток возле подъезда. Начиная со ступени. Ну, люди пойдут на работу, а там новогодний сюрприз. Завтра пойду, посмотрю, как они там веселятся, кувыркаются. Дар подсказывает, что они мне очень благодарны будут. Потому что мой дар меня никогда не подкатит. Спасибо.